Жамбылская область переходит на цифровое эфирное телевидение. В ходе пресс-конференции директор областного телерадиовещания Максат Койшибаев рассказал подробности по переходу, а также ответил на все интересующие вопросы. Переход на эфирное телевещание в области запланирован с 26 по 28 ноября текущего года. Для подключения к цифровому вещанию жителям области необходимо приобрести приемники цифрового сигнала. В области организованы точки продаж приемников DVB-2 китайского производства по стоимости в среднем от 3,5 до 5 тысяч тенге. В области полностью завершена реализация проекта по внедрению цифрового эфирного телевидения. Построены и модернизированы 43 радиотелевизионные станции с включением 44 цифровых передатчиков. Охвачено 377 населенных пунктов численностью более 1 миллиона человек. Порядка 99% населения охвачено цифровым эфирным вещанием. С 26 ноября по 28 ноября мы планируем переход, отключение нашего аналогового оборудования. В первые два дня будут идти районы по области, и в последний третий день мы будем отключать город Тарас, РТС, города Тарас, РТС город Каратау, РТС город Чу и РТС Западная. Это в Луковском районе находится. В Таразе транслируется 25 телеканалов, а ниже областного центра 15. По услуге ОТАЛ ТВ зарегистрировано более 92 тысяч подключений с уровнем проникновения порядка 40%. В области 6 населенных пунктов, не охваченных цифровым эфирным телевидением. На данный момент разработаны правила перехода на цифровое эфирное вещание. Для получения возможности просмотра цифрового эфирного телевидения необходимо приобрести приемник эфирного сигнала, подключаемого к телевизору, и наружную или комнатную дециметровую антенну. Установка иного дополнительного оборудования населению не требуется. Альфия Мингазова, Эльнур Мухтаров, 77 News.